новый какой-то режим. Истоки называется. Можно выбирать стадионы. Пришельцы, Хэллоуин, зима. Шар смерти какой-то интересный. Так, ну, что тут, роботы какие-то. Ну, вот, истоки. Давайте поиграем в истоках. Так, получить доступ. Играть. Текущее задание. Выиграть игру. Да, без проблем. Ох ты, у меня танк. О, он еще и стреляет, слушай. Ух ты, какая машина прикольная. Ну, здесь вроде не сложно. Оп-оп-оп-оп. Давай-давай-давай. Ах, ты моя. Зад. Сейчас мы тебя попробуем. Щелкнуть. Есть! Победа. Так, еще два раза, да, выиграть надо? Ух ты, вот эта тачка классная. Какой у нее нос длинный. Слушай, да она непобедима. На, давай, стреляй. Есть. Так, ну что, нравится драйв? Конечно, нравится. Нет, отзыв я писать не буду. Доступен умножитель призов. Круто. Сможем ли мы доехать до нашего вертолета? 1500 километров осталось. Ой, 1500 метров. Ой, давай, давай. Бензин сейчас. А, нет, бензина еще много. Дуда плей. Всем привет, ребята! Вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру «Машина против зомби». И у нас есть такой мощный грузовик. И сейчас я хотел бы купить турбоускоритель. Турбоускоритель у нас стоит 80 тысяч. Как раз у нас хватает денег. Немножко мы сейчас купим сюда вот так вот. А пушку? Пушку. Сможем ли мы купить пушку? 50 тысяч. Да! Покупаем пушку и покупаем максимально патроны к ней. Также мы покупаем максимально бензинчик. О, теперь мы можем далеко проехать. Смотри. Вот такой у нас турбоавтомобиль. Сейчас посмотрим. Ох, нифига, нормально. Вот это турбо. Давай, давай, давай. О, ускорение какое. Так, турбо закончилось. Но автомат вообще мощный, смотри. Мы прям уничтожаем зомбаков только так. Так, ну, патрончики, конечно, заканчиваются. 3 патрона осталось. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай. А, турбо у нас же есть? А, нет, у нас и турбо, кстати, закончилось. Ну, ничего страшного. Сможем ли мы доехать до нашего вертолета? 1500 километров осталось. Ой, 1500 метров. Ой, давай. Бензин сейчас. А, нет, бензина еще много, поэтому мы проедем еще далеко. На нашем автомобиле. Давай. Едем. О, вот эти, смотри, зомбари мощные. Все, бензин закончился. И у нас осталось 993 метра. Офигеть. Практически доехали. Давайте купим еще, значит, бензина. Максимально. И купим еще, получается, ускорение. О, ускоритель максимально купили. А, этот колесо? Нет, колесо мы не можем купить. 350 тысяч стоит. Ну, ничего страшного. Сейчас мы купим. Так, ускоритель у нас на максимум. И у нас бензинчика максимум. Так, и автомата, кажется, у нас максимальное количество патронов. Давай, будем ускоряться потихонечку. О! Смотри, как. Я ускоряюсь хорошо. Нафига, я вообще коробки эти не чувствую. Надо нам как-нибудь вот этих зомбарей вот этих как-то. Строечку. Разбивать их. И нам дадут денег побольше. О, смотри, ребята. Нафига, давай, машинка. Так, все, кончилось у нас ускорение. Ладно. Посмотрим, доедем мы больше, чем раньше или нет. А у нас, я напомню, доезжали, 900 метров оставалось до вертолета. Вертолет нас должен подобрать и спасти. О, мощность. Вот это да. Вот это колеса. Кстати, я сейчас, наверное, куплю колеса. О, 800 метров осталось, представляешь? Еще больше проехали. Давайте купим колеса. А, 350 они стоят. Нет, не хватает денег. Давайте еще раз поедем. Еще раз проедем. И сейчас мы как раз на колесики свои с вами-то и купим. Как раз у меня будут денежки на колесики. С большими колесами. Нам вообще не страшны вот эти все ямки. А то такой у нас большой грузовик с вами.
А колеса маленькие. Непорядок. Вообще непорядок. О, ускорение, ускорение. Давай, 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 давай. О, летим, летим, летим. Так, что-то нам... Вот эти все зомбари нам вообще, как бы, знаешь. Как мухи стали. Просто мухи маленькие. О! Нифига себе, я тут притормозил что-то. О! Все, турбобуст у нас закончился. Едем на своем ходу, на бензине. Благо еще, что бензинчик есть. Хорошо. Так, 900 метров остается. Так, смотрим. 800. До 700 дойдем, до 700. Давай, давай. А, все. Конечно же, нам не хватает колеса. Сейчас мы как раз колесики купим сами. О, вау, смотри, какие колеса у нас. Офигенные колеса с шипами. Вот это мощь, вот это мощь. Все, поехали. С новыми колесами. Офигенные, они какие красивые. Все, смотри, какая скорость. Мы скорость, смотри, набираем. Ох, нифига, мы перевернулись, ребята. Офигеть, вот это я скорость набрал. Что ж, машину перевернула. Так, надо будет аккуратненько ехать, слушай, знаешь. Прям вообще он не чувствует дороги. О, вот надо так делать. Фига. Я даже не ожидал так. Машину перевернула, нафиг. О, 30 тысяч баксов дали, просто так. О, хорошо, что турбо у нас вообще много. О, ускоряемся, давай-давай. Нормально. Сейчас посмотрим, сколько мы проедем. А, я понял, почему такое сцепление с дорогой офигенное. Потому что там же, смотри, острые шипы такие на шинах. И мы просто едем вообще отлично. Скорость развиваем вообще максимальную. До 120. Так, 700 метров осталось. О, смотри, как 700. 600. Так, что у нас, бензин закончился? Ё-моё. А почему? У нас бензобак полностью максимальный. Давай тогда купим, значит, вот эти штуки. Трансмиссию. Вот. Двигатель. 50 тысяч покупаем. Теперь нам нужно накопить 150 тысяч долларов. И тогда у нас будет вообще полностью машинка прокачана. Так, сейчас посмотрим. О, нифига, смотри, как мы быстро едем. О! Давай, взлетим, взлетим. О, взлетаем, ребята. Нифига, ты видел? Аж подпрыгивает машинка наша. Так, осталось купить движок. И все. У нас вообще скорость офигенная. Давай, 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 давай. Вот это колеса, да? Смотри. Думаешь, просто что там колеса, да? Двигатель надо типа купить. Но нет. Колеса очень много чего дают. С такими-то колесами. Ты прям на этих зомбарей наезжаю с шипами, с колесами, они умирают сразу. И я их давлю их. О! Жалко, что закончился у нас этот бензинчик. 300 метров оставалось, 370 метров. Ну, ё-моё. Так, 366 тысяч. Так, сколько стоит? 150? О, полностью. Мы полностью прокачали с вами автомобиль. Были у нас маленький автомобильчик, потом у нас был средний пикапчик и вот большой грузовик. Сейчас мы едем на грузовике. Что ж, поехали? Я считаю, что мы сейчас должны проехать спокойно. Такая скорость, нифига себе. Тихо-тихо-тихо, главное нам не перевернуться, ребята. О-о-о! Смотри как. Вот это скорость, да? Так, у нас автоматик еще есть. Да, патрончики. 4 патрона осталось. О, ускоряемся. О. Давай, 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 едем, едем, едем. Так, тихо, 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 тихо. Все, задавили мы этих монстров. А, ладно, так, так, давай еще раз проедем. Все, сейчас должны выиграть. Сейчас мы должны проехать. Все, аккуратненько едем. Ускоряемся по чуть-чуть. Давай, не будем так спешить слишком.
быстро, но я думаю, мы сейчас доедем спокойно. Ох, нифига, отбросило нас, смотри как. Подпрыгнул наш автомобиль. Так, все, у нас полностью автомобиль прокачанный, грузовик наш. Смотри, нифига, я прям по воздуху лечу там. О, тихо. Так, все, автомат у нас закончился. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо, давай. Аккуратно, мы должны сейчас доковылять до своего вертолета спасательного. И на вертолете мы улетаем. Проходим полностью игрушку. На вертолетике мы едем домой. Ой, кончился. Кончился у нас турбо. Так, осталось 250 метров. О, 100. 80, 50 метров. Все. Мы приехали к вертолету за 44 дня. Все, смотри, мы сели в вертолет и улетаем. Улетаем от этого зомби-апокалипсиса. О, зомбари. Зомбари сели нам на хвост. Ну что ж, дорогие друзья, мы закончили игрушку. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Если хотите, чтобы я вам передал привет, пишите привет. И я вам передам комментарий. Привет в следующем выпуске игры, ролики. Всем тогда пока-пока.